В Греции в среду очередная всеобщая забастовка. Весь день не будут ходить поезда и паромы, в больницах останутся только дежурные врачи. Закроются частные магазины. К забастовке в разгар туристического сезона не присоединились лишь авиадиспетчеры, поэтому все рейсы будут выполняться по расписанию. Место проведения основных демонстраций – площадь Синтагмы напротив греческого парламента. К движению возмущенных, не покидающему площадь с мая, присоединятся крупнейшие профсоюзы. Дело в том, что в среду в парламенте стартуют дебаты по финансовой программе на ближайшие 5 лет. Она призвана сэкономить для казны почти 30 миллиардов евро за счет очередного повышения налогов и сборов, сокращения социальных выплат и приватизации. Новые меры экономии – основное условие предоставления Афинам очередного транша международной помощи из общего пакета объемом 110 миллиардов евро. Кроме того, Евросоюз обсуждает возможность предоставления Греции дополнительного пакета помощи.